Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, AllTV.Fuflo, Playmarket, Дэн, Дарт Вейдер, пацаны, поздравайтесь. Всем привет, друзья. Ребята, сегодня у нас обзор на крутых NPC Poppy Playtime, бонус. Если 5 кошек, приятного аппетита, а мы начинаем обзор. Так, первый у нас... Абонина Блабле. Я не знаю, как это... Я специально коверку, потому что я не профессионал. Так, это что у нас за снеговик недоразвитый? Что это вообще такое? Это снежная мамочка, длинные ноги. Нифига себе быстрый. Кстати, догнать не может. И это очень странно. Я думал, скорость будет побольше. Оно вообще... Оно, это, как его, 30 хп только... А, ну вообще ни о чем? Да. Я понял, мочим. Ой, спасибо, Дим. А я случайно. Так, следующий у нас Boxy Bowl. Так, обычная шкатулка. Кстати, а че музыки нету? Шкатулкин сын. А че они добрые какие-то, пацаны? А ну точно я все сделал? Ну да. А это добрая шкатулка? Может такое быть? А ну стой еще раз. Мы не можем. Да, это добрая шкатулка. Тогда пока. Получается, если вселиться, то можно убивать? Да. А, ну оно дамажит писечки, понимаешь, ни о чем. Ой. Да ну, пацаны. Не случайно, я хотела на шкатулке на сына. Мочите, мочите эту шкатулку бешеную. Да. Зачем? Мы уже проверяли, вот эти все NPC, они на картинке разные, но почему-то, когда мы их ставим, они все одинаковые. Поэтому не вас смысла на них даже делать обзор. Сразу перейдем к самым интересным. Кэнди Моми. Вот эти какая щупальщница морда. Горгулья какая-то прям. Горгулья. Там, где вот змеи на голове, как она называется, это Такабака? Чепушила. Как Такабака называется? Чепушила. Они, короче, тоже ни о чем. А чё они такие слабые? Это очень слабый пак, пацаны, очень. Все, туда. Есть, молодец, ЛТВ. Так, Дэйди Лонглекс. Что за старьё тупое? Ну это дедушка, длинные ноги, зачем ты на него... У него есть анимация, пацаны. Дима, это антиквариат. У них все-таки скример есть. Есть, да, классно сделано. Да, есть. Так, снесли вы, да, его, пацаны? Да. Хорошо. Blue Nose Huggy. Ого, что это за худоги на ногах? Худоги на... А ну пусть меня замочит. Это на заправке. Так, два, три... Четырех ударов, пацаны, выносят, и в конце скример. Ну фу. Это какой-то хаги-ваги съедобный, пацаны. Давайте скушаем его потом. Так. Джои Бой. А кто так его зовут? О, это маршмеллоу. Да? Ну да, я вижу, он пусть замочит меня. Давайте им полудискорда накормим. Да? А не, не надо. Так, мочи, мочи меня, щенок. Эй, жопа, не поворачивайся. Во, отлично. Хорош. Интересный пак, и почему он называется бонус, кто знает, напишите в комментариях к этому ролику, почитаем. Потому что я не сильно не вникал в эти все бонусные штуки. Хаги-ваги френдли. О, это дружеский. Ой, это дружественный. Да. Улыбается, и тучка очень на тебя похож. Ну да, такой же добрый, как и я. Нет, ну именно лицо похоже на твое. О, так ты ж не видел мое лицо, что ты вам это рассказываешь? Он злой. Дима. Он убивает. Он бомбит, что ли? Вообще ни о чем, пацаны. Так, Фуфло, еще раз, и так будешь делать, я хочу так делать. Больше никому нельзя. Там можно. Я вам потом покажу. Хорошо. Так, что будет интересно. Килли Вилли. Ого, что за... Так, тоже слабо, да, отнимать жизни? Да, он слабый. Может, оно и прикольно, что они не по 100 жизни отнимают, а по чуть-чуть. Так, я хочу скример посмотреть, а ну-ка. Ух ты, блин, он прям в рот засунул. Вся. Чупа-чупс. Засунулся в рот. Отлично, разложили его. Кусок туловища упало. Так, мини-глютом хаги. О, челепиздрик маленький. Маленькая какашка. А, это как большой, это же только манюсенький, съедобный. Это его ребенок. Пацаны, смотрите. Дима. Ну блин, я его не убил, убил всех, но не его. А зачем? Не вроде, но... А что, у него жизни больше, что ли? А, нет. Так, хорошо. Мини-хагис. Кто такой? Подожди, а может, когда я буду ставить... А, они разные! А бабка одна. А чё он такой какой-то пиксельный по краям? Там бабка. А это нужно, что он пиксельный. Ага, я понял. Он на пиньяту похож. Случайно. Так, мини-килли. О, зеленый.
Так же сам отнимаю, только жизни поменьше будет, кстати. Да на Саня. Правильно, отлично. Психи. Мини-маршмеллоу хаги. Ого. Я же говорю, это маршмеллоу. А ну будет скример, а ну-ка. А ну стой, стой, стой. А не будет, наверное. Давай проверим. Блин, нету скримера, да. Они слишком маленькие, они не дотягиваются. Общаги хорошо. Не убивают. Мини-робот хаги. Ага. Ой. О. Тоже мало отнимает. Худой. Ой, какой. Не одела, а удовольствие. Ни о чем. Вот так, пацаны, я запоминаю все, что вы делаете, понимаете? Да пофиг, пофиг. Вообще, тучка, это кикарно. Молчай. Так, это случайно. Так, мини-три хаги. А стой, пропустил еще одного. Мини-стримпак хаги. Стримпанк. Ого, че он как дьявол выглядит. Вау, какой. Ой, блин. Ну, Дима. Дай по нему еще так стрелами попасть тяжело. А, не. А это он взрывается в конце, что ли, когда его убиваешь? А, наверное. Так, мини-три хаги. О, дерево. Я еще, кстати, деревянного не видел. Это маленький яйц грудь. Точно, похоже, кстати. Прототип. Так у него челюсти стрёмные. И глаза. И сдох он быстро. Так, мини-воксель хаги. А вот, да, пиксельная морда. Это пиньята. И всё? Мини-зомби хаги. Зомби? Да, смотри. Опять! Улетел. Так. Мисс Делайт. Так я отворачиваюсь. Она же должна ходить, когда мы смотрим, нельзя ходить. Я сказал. Она реально жесткая. А у нее скример был? А ну пусть меня убьет. Ой, блин, классный скримачок, пойдет. Она психичка. Реально. Так, замочили, да? Так, Мисс Делайт фиксит. А это уже у нее рот. А, у нее зубы, да, а уже, это кстати, она вот бьет по чуть-чуть. Это до того, как она с ума сошла. Ой-ой-ой. Да. Вот это вы уничтожители 2.0. Мами Лонг Лекс. Ух ты, а что с ней? Что за фараонша какая-то? Что за быдло? Что за быдло? Бывшая фараона. Пацаны, осторожно, шар летит. А, в небо летел? Так, Rainbow Mami. Радужная мамка. О, молодец. Да. Так, вынесли, да? Да. Robo Mami. А ну-ка, давай, давай, давай. Скримачок мне. Лупани. Хорош. Там, где вы, понимаете, там все просто и уничтожается. Там нормально. Тебе о, смотри, нет. Прикольно, робот Хаги. А, я, на картинке немножко не так он выглядит, он будет какой-то желтый. Ты косой, не можешь попасть по мне. Плохо, что жизни у него тоже будет мало. Было классно, хотя бы там 1010 у него было бы. Да зачем? Ол ТВ, ну да я так буду делать. Не, это так только мне можно. Я сказал, что твое оружие, видишь, будет что делать. Я тоже хочу всех убивать. Так бери. О, стримпанк Хаги, вот сейчас будет большой. Вот это он стрёмный. Слышь ты. Это как маленький тот. Ну да. Батя. Батя. А то был сынок. Да что? Я понял, вы их не сильно любите. Это не я, это не я. Это не ты? Это и тучка. Так, The Mistake. Во, смотрите, это NPC, который превращается каждые 2 секунды в другого монстра. Это очень круто сделано. Ага. Смотрите, собачка, зомби. А, он во всех прям превращается, а вы убили его. Ну вы психи, короче. Извините. Так, Tree Hugger. О, деревянный хаги. Он тоже, да, по чуть-чуть дамажит? Ну да, они все по чуть-чуть дамажат. Придется тебя убить. Дима, а если ты гранату дрыщалку кинуть? Воксел Хаги. Да не, она его сразу убьет, она очень много дамажит. Дрыщалка. О, это как это. Ну, туда, Дима. Реально. Это совпадение, понимаете? О, давай, 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 хорош. Хорош. Мой ученик. Блин, он так громко фигачит, мне нравится. Так, Ярн Мами. А что за Ярн? Ярмарка. Вязаная мама. Она из веревок, она из веревок.
Ее связали. Да ё-моё. Тут звук такой прикольный. А, показалось. Ого, мы тут нормально. Ну и тучка! Все, ну тебе видишь, дай дурачку такую мышь, что рожь, что он будет делать. Ну все. Так, зомби-хаги. О. А ну пусть он меня убьет, хочу скример посмотреть. Только не мешайте, пацаны. Ого, он прям живот засунул. Ну сейчас опять все умрут. Нет, я живой. Это было мощно. Это реально было мощно. Так, последний тест. Мы сейчас будем на них сбрасывать бомбу. Смотрите, сколько NPC получилось. Посмотрим, взорвется с одного взрыва все или нет. Пацаны, напишите в комментариях. Все взорвутся? Думаю, что все. Так. Я думаю, не все. Три, два, один. Взрыв. Я же говорю. Я угадал. Не все. Не все. Не все. Все. Нет. Кстати, может просто, что ударная волна уже сюда более слабее дошла. Такое да, возможно? Слабее. А, возможно. Возможно. Так, сбрасываем еще одну, пацаны. Это они там орут. Три, я думаю, сейчас будут не все. Два, один, ноль. Взрыв. Бум! Даже меня задело. Так, и... Всех. Еще... Нет. Еще живой. Получается, это самое живучее. Вот 100%, потому что тут уже точно было. А нет, вот еще есть. Может, просто не задело, у них там сейчас вообще мелипусечка. Ну давай, пиписечка, как ты говоришь, да, Гасанёк? У меня пиписечка, мне пипи. Я такие слова не говорю. Говорит. Ой. Меня тут... А что подлагивает так-то? Я это да. А все, теперь все сдохли. Блин, ну, мне кажется, все-таки у всех жизнь не была одинакова. Да, ну, просто у кого-то пипищик. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Красивый эпический взрыв. Папа. О, слабо, слабо, стойте. Слабо. Еще давай. Не, вот сейчас будет четко. Мы же делаем красиво, правильно? Да блин, пацаны, стойте! Да это Гусанёк! Говорит, на, взрывай бомбу, они просроченные! Ого-го! Вот сейчас мы не взрыв! Ждем! Вот! Всё!